Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Весной 45-го года бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина Знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего. В составе знаменной группы лучшие военные отдельного комендантского